В муниципальном учреждении «Симбирцит» подвели промежуточные итоги летней кампании. Во время каникул сеть клубов ведет работу сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, это формирование групп временного пребывания детей, а еще координация работы трудовых отрядов и тренировочно-оздоровительных групп. За две летние смены «Симбирцит» организовал отдых почти 1000 ульяновских школьников. Сейчас ведется запись на третью смену. У нас система построена так в клубах, что не педагоги подают идеи детям, а дети педагогов. Вот мы хотим заниматься этим. Так давайте вместе. Не педагоги с вами занимаются, они помогают вам играть, заниматься творчеством, заниматься любимым делом, реализовывать проекты. Одно из ключевых направлений «Симбирцита» – проект «Лето во дворах». Он организуется по месту проживания детей. К проведению мероприятий учреждение привлекает педагогов, а еще молодых людей, которые воспитывают в себе лидерские качества. Они, как правило, также проживают в тех же домах, что и школьники. Летом они становятся вожатыми. Например, у нас был ажиотаж пару дней назад. Мы стояли на станции, и у меня было «Удиви-ка меня». Они должны были меня как-то удивить. Я говорю: нет, не удивите, надо как-нибудь вот так, и показываю, как надо. Вся работа «Симбирцита» проходит на бесплатной основе. Благодаря ей многие подростки, которые по разным причинам не выехали в загородные лагеря, выстраивают коммуникации со сверстниками, а еще учатся проявлять инициативу и быть самостоятельными. Озорные!